хочет получить ответ на один вопрос. Зачем я напал на Америку? Более 100 лет Соединенные Штаты держали весь мир в состоянии войны. Снова и снова мы наблюдали катастрофические последствия этой агрессии. Эти войны не принесли мира, они принесли только новые войны. США вели себя, поскольку у них были самые крепкие в мире кулаки. Все, хватит. Это не начало войны, это конец всех войн. После Сан-Франциско весь свободный мир рвался против Атласа. Айронс окопался в своей штаб-квартире в Нью-Багдаде. Все контакты прекратились. Обе знали, что теперь будет. Мы должны были прилететь вместе с 37-м десантным полком в самом начале, на стадии шок и трепет. Затем лица проникнуть в командный центр Атласа и убрать Айронса. Для Кормака это было именно тем, к чему он шел. Он ждал этого дня 5 лет. Планы поменялись. Зайдете с северо-востока. Будете прикрывать наших, когда они начнут брать цель. Есть цель. Мне даете что попроще? Простых вариантов тут нет. Не хочу выкладывать все на стол. У нас только один шанс достать этого ублюдка. Это все, что нужно. Я знаю. Просто выживи. Ты еще близко где в Гааге, когда мы его туда притащим. Жду не дождусь. Ладно, удачи. Больше говорить было не о чем. Мы что надо делать? Это было началом конца для одного из нас. Полный газ. Всем привет, уважаемые мои подписчики. Ну и, конечно же, привет всем зрителям моего канала. С вами Димка. 2-1 подходит к БТР. Ромео Виктор 0, высота 5000 футов. Вас понял. Отсюда до Нью-Багдада идите на Бреющем. Кингпин, конец связи. Страж в воздухе. Подлетаю. Стреляй во всех, кто без маячка стража. Я продолжаю прохождение игры. Зов долга, продвинутая война. Да, на истребителе это, конечно, круто. Ох, ё-моё. Блин, носом пропахал. Вот это маневры, да. Диспетчер, это страшно для них. Приближаюсь к Нью-Багдаду. Понял, 0-1. Вражеские ПВО через 1.5 клика. Начинаю сброс. Автопилот запущен. Капсула сброшена. 1200 метров до цели. Глушу систему. Переключаюсь в режим невидимки. Все понял, 0-1. Вы пропали с радаров.
13-400 футов, в двух милях от цели. Прием. Соединяю дисплей с боевой сетью. Наша главная цель — КП Атласа. Айронс прячется там и ведет свою войну оттуда. Вокруг города стоит несколько ракетных турелей. Это их ПВО. Если мы хотим добраться до КП, придется их вынести. Дистанция до цели 200 метров. Отключите экраны. Приготовь посадки. Мягкая посадка. Добрый день! Вы поддали как груши. Валим этих засранцев. Куда собрался? Иди сюда. Держи клиентку. Вперед, вперед! Илона, давай! Тебя никто не держит. Вперед! Вперед! Вперед!
Блин, ты шо у меня там на шее сидишь или шо? Самый замес попал. Ох, это я поторопился. Блин, скачут тут кузнечики. Иди сюда. Да, это было круто. Так, вынуждена отступить. Иди сюда. Впереди тяжелая техника Аргуса. Укрытие. На открытом месте танки нас размажут. Мы по курсу на бас оружия. Митчелл, идешь с Ноксом. Хватайте стингеры, мы вас прикроем. Пошел, пошел. Митчелл, я тебя прикрою. Бери стингер. Да подожди. Дроны! Да. Что они творят? Ого. Нокс ранен. Нужен медицинский транспорт. Немедленно! Нет. Это Мантикора. Отступаем. Выводите всех отсюда! Почему нас не затронуло? Айронс все учел. Для них это безопасно. Видимо, нам сделали прививки. Ответный огонь!
надо! Крепитесь! Победа близка! Оглянитесь, и вы увидите, как наши враги падают один за другим. Каждый из вас может стать тем, кто изменит мир. Да, у нас будут потери, у нас будут неудачи, но не сомневайтесь, мы победим. Вы хотите спокойной жизни, и вы ее заслуживаете. Выродки, я достану тебя!